Во вторник, 5 сентября, в подмосковной школе в Ивантеевке произошло ЧП. Михаил П. 2002 года рождения, вооруженный взрывпакетами, травматическим пистолетом, топором и коктейлями Молотова, напал на учительницу и одноклассников. Охранник без проблем пропустил молодого человека, так как тот часто ходил с объемной военной сумкой. Как сообщают журналисты, сначала подросток, учившийся в 9 классе, разбросал взрывпакеты, а затем, зайдя в аудиторию, ударил преподавателя Людмилу Калмыкову топором и выстрелил в нее. Испуганные ребята начали выпрыгивать из окон, поэтому получили ушибы и переломы, а учительницу математики и информатики госпитализировали с ранами лобной части головы. Стрелка, которого вывели из школы полицейские, отправили на допрос вместе с родителями. Согласно некоторым данным, девятиклассник вырос в благополучной семье. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что причиной нападения мог послужить конфликт между учителем и учеником. Один из очевидцев произошедшего считает, что Михаил хотел расправиться со сверстниками, которые смеялись над ним. Подросток увлекался оружием и одевался не так, как другие ученики. Позднее начали появляться подробности инцидента. По словам учительницы Калмыковой, подросток кричал, что ждал этого 3 года. Согласно информации, которая оказалась в распоряжении журналистов, Михаил еще летом репетировал нападение на школу. По некоторым данным, за день до ЧП девятиклассник делился своими планами с девочкой-соседкой. Однако та ему не поверила. Сверстники Михаила не воспринимали его слова всерьез. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию на личный контроль, а глава Ивантеевки Елена Ковалева прокомментировала ситуацию в Инстаграме. По ее словам, никаких выстрелов не было. В подготовке статьи использовались материалы РБК, СНОБа, LiveChat и Мэш.